Люсь, ну что, поздравь меня. Можно забирать шоколадки за 1 рубль. Сейчас покажу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, а как не видно? Вот. 1 товар за 1 рубль. Представляешь, Харита, можно идти забирать. Я пошла. Не скучай, сейчас приду. Хорошо? Пошла, Люся. Кстати, не скучай. Сейчас приду. Ой, какая красота пошла. Пойду догонять. Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное. Бегу. Может, догоню. Поснимаю. Год за годом. Во вселенной мы одни. Ну, неужели станут Леном жизни наши дни? О, как страдаем мы от глухого неверия, от зависти черной, от суеты. Как желаем мы колокольного звона любви и доверия, и доброты. Сейчас догоню. И в горе, и в печали мы верим в радость, мы верим в жизнь. Старайся, силу несущую, свету весеннего дня. Ой, трясется. Хочу сфотать красотку такую. Догнала. Ирочка, ну-ка. Глаза детей. Радуйся, радуйся. Силу несущему, свету весеннего дня. Как же красиво. Или я так вижу, не знаю, мои любимые. А вы как видите? Скажите. Пока. Мне в другую сторону, налево. Ты родился человеком. Человек. Привет. Яночка, да? Да. Прошу. Прошу. Радуйся, радуйся. Хлебу насущному. Это не реклама, мои любимые. Вообще. Благодарю. Хорошего дня. За рубль купила. Представляете? До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо и вам. Всего доброго. Всего прекрасного. Да-да-да-да-да-да. Ира. Нашел. Нашел меня, я помылась, одела все чистые вещи, а ты все равно меня унюхал, зараза. Скулит, воет, лает. Вот, тут 3 штучки, 3 Марса, за 1 рубль в вазоне. Умножить на 4 хватит надолго. Не знаю, кому тут хватит надолго. Мне на 1 зуб. Ой, не могу. Я надела новый рюкзак. Ну, если вы заметили. Вот новый рюкзак. Первый раз. Первый класс. Сейчас положу эту шоколадку туда.
и пойду за творогом для Хариты. Радуйся, радуйся, силам небесным. Ну, да иди ты, не ходи за мной. Какой ветерок, мои любимые. Сейчас 22 градуса тепла, но потому что ветерок, чувствуется свежесть. Выйди, сказала машина. Ходит за мной. Правда, я раньше, наверное, так стеснялась бы, как мне подруга говорит. Я иду, а за мной свора собак. Я говорю, что я так с Харитой гуляю? Иду, а за мной свора собак. Она говорит, люди все смотрят, думают, что это мои собаки. Я говорю, ну если ты за каждого будешь волноваться и переживать, что каждый думает, то твой ум не выдержит этого. Представляете, вот за каждого вы будете думать, что он подумает, как он на вас посмотрит. Ой, какие штаны, ой, какая футболка, ой, какой пиджак. Или кофта, или пакет. Какой-то кошмар. Ваш ум просто взорвется. Какая разница, что кто-то думает о том, ходят за тобой собаки, или кошки, или птицы. Я в Питере сидела на лавочке, и на меня садились так мне на голову, везде птицы, на колени. Вот. И люди шли мимо и улыбались. Понимаете? Потому что я каждый день ходила. И птицы привыкли. И так стали мне доверять. И что я буду думать за каждого? Что они подумают? Что они скажут? Птицы сидят на ней. Может, она пшено. Может, она еще что-то. Смешно же. Какая разница, что они думают? Тем более, они даже не ведают, что думают. Они даже не наблюдают своих мыслей. Ну и пофиг. Думают и думают. Ой, я хотела купить творог и что-то. А уже хочу купить виноград. На-на-на. Но виноград мягковатый. Хотя он вроде неплохой. 99 рублей. Но я лучше возьму бананчики. Девушка, не забирайте мои. Это мои. Это мои. Не отдам. Радуйся, радуйся. Так. Пачетик. У меня был друг в Мариуполе маленький. Рома. Он говорил всегда пачетик. Я говорю, а почему ты говоришь пачетик, а не пакетик? А он как-то слышал с детства, что пакетик, так говорят, пачетик. И так всегда и говорил, пока я его не переучила. Потом думаю, зачем я переучила? Ну и пусть бы он говорил пачетик. Вот, кстати, мое масло. Но я не буду его пробрать. Льняное для волос. Смотрите, какие тут цыпочки. О, уборщица новая. Саламу алейкум. А вы новая уборщица? Да. Ой, молодец. Мир вашим рукам. Спасибо. И сламодоетик. Сламодоетик. Умница. Смотрите, какие тыквы. Обалдеть. Сфотаю. Сфотала. А вы хотите пройти? Откуда пах взялась? А? Откуда пах взялась? Кто? Кто взялась? А пах. Салам алейкум. А, алейкум ассалам. Рахматуллаху ва баракету. Откуда родом? Таджикистан. Таджикистан, а я Узбекистан. Узбекистан и Таджикистан встретились. Две подружки. Ну, а я не то и не другое. Я не то и не все. Ира купила бананы. Ой, хорошо. А кто-то купил их? И бананы. Но это не реклама. Это их личное дело. Сколько красоты.
рукотворной. Да, пожалуйста. Люблю вас, мои хорошие. Всем, пожалуйста. Видите, встретились. Таджикистан и кто-то там. И общаются. Красота же.